Там херня получается. Они Дэма, типа а теперь еще оба раз спой работают. про свой огонь. Ты горишь, как агония, у меня агония. Это не любовь, это просто паранойя. Ля-ля-ля, ля-ля-ля. Как это так звучит? Классно? Если б мишки были пчелы, то они бы ни почем никогда бы не подумали так высоко строить дом. Вот. Да. Работа Тинкерш. Я преклоняю перед вами свои колены и заячьи. Он опять у меня. Почему-то это, немного с пингом, конечно, это дошло, но... Это ничего. Это норма. Вообще, кстати, странно, что девочки не умеют делать горловой р. Нет, Шон, тогда уж очень странно, почему вы, мальчики, умеете. Это тоже странно, согласен. Где-то... Произошел поворот не туда. Где-то произошел сбой. Что-то где-то, да, случилось, видимо. Поворот не туда. Да, да. Да я вижу, что ты здесь, что ты орешь-то. Ты спасла меня. Да, спасла. Не хочешь меня отблагодарить? Нет? Нет. Нет? Нет. Ну ладно. Нет, так нет. Не обязательно так орать. О, смотри, три. Давай ты две ножки, а я одну. Что? Четыре. Что? У меня три ноги? Ой, это член выпал, простите. А, вон Тёма полетел. Я полету! Там потолок есть. Блядь, ты нахуя меня убил, блядь? Прицельный удар, блядь. Я, блядь, не в другую сторону. Ты вообще видел, как я там умер, блядь, за этой газонной косилкой? Просто руки опустил, такой, я устал, блядь. Я так доеду, короче, пацаны. Все нормально. Ты Макса позовешь? Нет. Иди вот играйся. Иди кушать играйся. Хочу. Кушать вредно. Ну хочешь, иди, я Макса позову. Типа я сам придумал, блядь. Симка, давай давиться. Нет. Да ты не давиться. Не надо. Ну, Малина, давай давиться. Извини. Да, давиться. Подавись, тварь. Во-первых, я не тварь. Во-вторых, я не хочу давиться. Подавись, тварь. Тёма, нет. Ой, блядь, смешно было. Здрасте, вы зайчиков подвозите? Они в тебя не стреляют? Нет. Стреляют. Женщина, на дорогу смотрите, пожалуйста. Че, не дотягивается ручка, да? А если я сюда сяду? А сюда на заднее. Мне кажется, она как будто улыбается. Может, ей понравилось? Ой, она меня сейчас увидит. А, не она. Тём, не рядом сесть, чтобы ты в меня попадала. А так? Не? Она меня не стреляет. Она и улыбается. А, ой, да, чё, она меня, по-моему, она меня везет к себе домой. Чё-то мне страшно. Пойду-ка я отсюда, пожалуй.
Мне кажется, если ты слезешь, то она этот, она стрелит тебя наоборот. Ой. Ой, серьезно? Бля. Его проблем. Стой! Остановись! В другую сторону! Блин, я это не видел! Блять, на этих сраных бустерах можно обратно уехать, если тебя развернули на 180. Я так и улетел сейчас. А тут ничего больше? Ой, тут еще что-то было, я что-то взял. Еще что-то взял. Короче, надо по нычкам еще по всяким этим лазить. Вот и мы, да. И там мы. Что ты делаешь? Ты ему дрочишь? Гав-гав, гав-гав. Я песик, ты песик. Ты кидаешь мне палку, я лизу тебе носик. Чуть-чуть двояко, я бы сказал. Иногда создается впечатление, что у тебя две башки, Тём, одна умная, а другую помянем. И другая тоже умная. Просто лишняя. Панта, бля. Я на панте. Так сказал. Пуф, панта, панта, не туда, панта, не туда. Нормально. Нормально. Молодец. Панта нет. Панта, да. Панта молодец. Чё, что? Что его пиздец? Что творится? Что там у Тёмы происходит? Там пиздец, какие сейвы, блядь. Просто пиздец. Как ты так сейвился сейчас? Я не знаю, она сама. Блядь! Мне кажется, он к нам дорогу прорвал. Да. Эй, я тут, привет. Ух ты, блядь. Отвлек. Я отвлек его. Зачем? Да, Денис раненый был просто. Ну и что? У нас просто никто еще не висел. Ну, я повисю. По чинам нас получается. Да. Я полечу. Ой, блядь, не полечу, ладно, отвлеку. Отвлекает, блядь. Я отвлек. Блин, не понимаю, хочу я кушать или нет. Знаете, с одной стороны, вроде и голод, а с другой стороны, как будто бы и уже поела, что ли. Ну, непонятное такое чувство. Когда поела, но не наелась, типа? Ну, типа, да. Странное ощущение. Ну, ладно. Может, потерплю немножко. Хрум-хрум. Потерплю немножко. Одну секунду ты потерпела. Да? Ну и привет всем, кто досмотрел-то. Привет, спасибо, что досмотрел до конца. И нет, хуйня какая-то. Здорово. Всем привет! Эх, хуета какая, фу, блядь. А, короче, да, вот, всем привет, кто досмотрел до конца. Понравилось, ставьте лайки, не понравилось, ставьте дизлайки. Вот такая вот получилась нарезочка. Вот, всем пока.